Всем здравствуйте, вы на канале Морковь и Яйцо, и спустя месяц, наконец-таки, выходит долгожданное прохождение игры в Happy Few. В общем, продолжаем. Вы готовы загрузить предыдущие сохранения? Окей, всегда полезно общаться с окружающими, если только они на вас не рассердились. Так, все, продолжаем, там кого-то уносят, давайте поехали. А где субтитры? Подожди, мне нужны это субтитры. Графика, русский, интерфейс. Где субтитры? Я что-то их не вижу. Где субтитры? Настройка языка, субтитры нет. Мелкий контур, средний контур. Контур крупный, потому что мне же надо что-то видеть. Все, вот это было зрелище, лучшее представление за последнюю неделю. Наш новый гладиатор явился к нам из самой администрации. Если верите его бумажнику, леди и джентльмены, приветствуем Артура, короля парадного района. Короля парадного района? Что-то мне не нравится звание нашего главного героя. Посмотрим, получится ли у него не запачкать кровь свою. Костюм, особенно свои, ахахахаха. Его противники, его противником станет наш двукратный чемпион Дэнни Дефо. О, он на меня чем-то похож, на главного героя. Стоп, меня, Артур. Прошу прощения, уверен, что я его знаю. Конечно, ты меня знаешь. Ты выкинул меня из... А я не помню, я там больше не работаю. А, ничего себе. Ты посчитал одну из моих статей недостаточно оригинальной. Дэнни Дефо, ты немного похудел. Справедливость ради, ты действительно слаб. Скопировал мою статью. Да всем насрать, газета нужна для того, чтобы развлекать. Никто из них не помнит, что читал вчера. Я не хочу с тобой драться. Этого никого не волнует, понимаешь, какое дело? Победителя. А теперь, парни, выберите оружие одно. Так. That padded one doesn't look nearly as effective. How badly do I not want to kill Gordon? А я оружие должен выбрать. Так, веткостная, острая палка. Так, ну острая палка можно как копье использовать. Давайте острую палку. И Дэнни. Смертельное оружие. Эй, колчан, на тебя поставили. Не оплошай. Если получится с лицевой трубой. Чё, блядь, я не успел прочитать. На, тварь! 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 А чё это как-то легко? Это какое-то унижение, по-моему. Вам так не кажется? На, тварь! Ай-яй-яй-яй-яй, тварь! Какой-то бессмертный, урод! Сколько у тебя хп, тварь? Сдохни, уродец! Кого блокируешь? Да ты падла! На! Я умею сражаться! Давай, я... Ай, в смысле ты... Да, на, в спину! На, кулаками. Ай. На, по коробке череп. Да ты. А, толкнуть Дэвида два раза? Чтобы толк... А, если он полезет в драку. Так. Похоже, это меня учат сражаться, но я не понимаю, чему меня учи... А, все. Ай, да какой сладких снов, уродец. Да, у него хп начало отбиваться. Аси. Тихо, мне нужно энергию поднакопить. Да ты тварь! На, тварь! На!
Вот ты. Ой-ой-ой. Время пришло, да. Время моих избиений. А что на меня поставили? На меня какую-то ответственность выставили, то что если я проиграю, то я лох опущенный. Ну, да дай мне энергию восстановить, чему галима. А, стой, лезь, драку, лезь, правильно, лезь, урод, на, тварь, на. Да загасит этого овоща, да. Солевого. Да, на, да тут все солевые, только они под так называемым радостином. Я все помню. Че, лоха этого завалить? Накопи. Да на тебе, похарь, урод. На. Кто... Какое напряженное... Да выносливость накопи. На, на. Наконец-таки, похоже, Дэвид... Ух. Дефа и проиграл, так. Удвоить ставку или рассчитаться. Вы чё? Блять. Я, конечно, не сексист, но походу сегодня придется им стать. На. Тихо. Слабый. Да в смысле, варю? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, я тебе ж... Ай! Теофель, на! Двое на одного нечестно! Ё, в смысле? Подсказка! Один единица. Один. F теперь. Пацан, F нажми. F нажми. О, спасибо. Спасибо игре, то, что она дает. Да на тебе, феминистка! Она! Что за акция? Не принял радостин, получить за по таблу? О, кстати, хорошее название. Не принял радостин, получил по таблу. Но это... Да на! И побежает Артур, король парадного района. Артур, можешь идти, спасибо. Так, меня благодарят, то, что на огонек заглянул. Молодец. А, вы меня отпустите? Серьезно? Так, что это? О боже. Так. Гнилая морковка. Так. Блин, у вас виски, хорош, чел, спасибо, мне пить что-то надо. Так, женщина, что у вас есть? Гнилой картофель. У вас что, женщина, есть? Понятно, у вас пусто. Это гнилая... Так, гнилая еда, это тоже еда, поэтому... Так, а как отсюда вы... А, ну это легко. Я не понимаю, как... О, аптечка, и тут гнилой картофель. Удерживать, чтобы выбить. Пока больше никто не пытается меня убить, надо поискать дозу. Так, подождите, как там инвентарь? Я забыл, как его открывать. Не жри гнилую морковку. А вот виски можно и бахнуть. Так, отлично. А теперь... А, и аптечку еще и забудь. Давай. Так, а как оружие использовать? Я не помню. Так, погоди, а как это? Я забыл. Как? О, тап, спасибо. Вот, навыки. Так, бой, нам нужно прокачать это, что у нас? Усиление здоровья, железный кулак, удары голыми руками по голове может... Так, это неплохо, но нам нужно бы вот ХП больше сделать. Enter, купить навык. С чего это вдруг навык? Да, навыки не покупаются, я не понял.
Так. Ладно, это. Где у меня тут оружие? Вот лом. Лом, лом, лом. Как его в оружие добавить? Бросить, удерживать. Из еды у меня все гниль. А, оружия у меня нет. Ну, придется, в принципе, ладно. Да почему у меня Enter не работает? Подожди. Enter купить. Вы что, тупые? Вы ж мне сами говорите Enter купить. Алло. А, три нужно. Три везде. Это что такое? Сладкие сны. Позволяет тихо удушить так. А, у меня очков не хватает. Ну ладно, куплю стелс вот эту хрень, чтобы... Да нахуй, черт галимый. Вы меня только что... На тебе бутылкой, урод. Гвоздодер. Так, наверное, его ж надо спрятать как-то. О, кран. О, целебная мазь. О, на. В мусорку спрятал. Во, это на превьюшку пойдет. Я тебя назову. Мусор в мешке. Нет. Нет, 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 нет. Не-не-не-не. Вот, это на превью пойдет определенно этот чел. Так. Так, нажмите S, чтобы начать красться. Так. Ну, в принципе, я и без этого знаю, как красться. Гнилой лук. А у вас что, еды совсем нет? Черт. А почему ему втащить нельзя? В смысле, если меня заметят, я не могу им втащить, что ли? А с чего это вдруг я не могу им втащить? Так, прячем. Черт, серьезно? Я его хотел вырубить. А то придется так кругом. В смысле, я ж только что вырубил и спрятал труп. Какой спать? Отмена. Я спрятаться хотел нажать вообще-то. Да чего тут все гнилое, алло? Так, никто не видел, как я спрятался. Держу пари. Так. О, чай. Чай. Так. Ячей быстрого доступа автоматически появляется из рюкзака и отображается в правом нижнем углу. Так, ну это понятно, так. Да-да-да, это я все понял. Так, а теперь мы это, дверь закрыть нельзя, что ли? Так, стеклянные бутылки, это, в принципе, неплохо. Ой. Так, спрячемся в мусорник. Вот там педик один ходит. Так, но он слепой, он меня не увидел. Зашибись. О, это мои все эти. Я свои вещи нашел, ура. Так, а оружие теперь у меня есть? Алло. У меня же вроде было оружие. Серьезно, нету.
Гарфри. Да, долбоёб, тебе все показалось. Так, стеклянная бутылка, давайте возьмем. А можно же в них кидаться или нет? На тебе. Время для дротиков. Ловите, твари. На. А чё вы пустые, а? О, отмычка, я нашел то, что мне надо. Надо было все-таки увидеть их. Это что? Аккумулятор, отлично. Так, ну там была отмычка, я хотел кое-что посмотреть, что здесь. Вот, взломать. Хорошо, что здесь не надо как-то учиться взламывать. Здесь просто заходишь вот так и все. Так, а вот и медали, которые... Так, стол пустой. О, сколько добра хорошего. Изолента, Так. Так, ну неплохо мы так наживились, я хочу сказать. Еще свое добро вернули. Все, выйти из бункера, выйти из Так. Надо отсюда как-то съебаться потихоньку. А на тебе по... Ты чё, похер на бутылку по башке? Ты чё? На! Ты косой такой, на, твари! Блять, так они шлажки, я просто на их ловушку купился. Ну, не я, а Артур купился. А так это ложки галимые. Их избить легче легкого. На тебе. В смысле я тебя не толкнул? Ай, урод! На тебе по таблу. А ты чё? На. Я учил. О, прям в огонь. Давай тебя в костер кину. Давай. Давай, я хочу тебя в костер кинуть. Огонь, да, неприятно. Да на тебе. Ты чё меня толкнул, тварь? На тебе. А ему похер на огонь, он в него заходит. Ой-ой-ой, как ты меня бесишь. О, давай, выходи. На. Все, надоели. Так. Внимание, вы проникли на чужую собственность. Мне-то какая... Мне нет дела, значит, какой я собственности. Самое главное то, что я их всех вырубил. Locked. Так, взламываем отмычку.
О, так, винтики. А чё у вас интересного ничего нету? О, невидимки, невидимки. Я не помню, для чего они нужны. Я давно не играл. Месяц назад, последний раз, когда я заходил в Happy Few. А где последний приятель, которого вырубил? Бутылочки, бутылочки, это нам нужно. Бутылочки, бутылочки. Так, сортир. А как покинуть данную территорию, конечно, я ее зал... А, вот выход. Ну, что ж. Опять все надо Запись, сука, взламывать. идет. Опять все взламывать надо. Слушай, Да-да-да. полчаса останавливай следующий. Если есть полчаса. Та-та-та-та-та, не, еще нету. Сколько? 20 минут. Так, ну все ж, наконец-таки мы выбрались с этого лагеря. Вообще, кстати, в Happy Few вторая часть будет обалденнее. Я вам обещаю, она будет насыщенной прошлой, потому Реально будет. она сегодня выйдет. Да. А потому что пора какую-то другую игру. Да и к тому же, мне она вкатывает, я в нее давно хотел сыграть. А то... Так, ладно, надо найти того ветерана. А, он в той стороне, и он мне это поможет открыть хрень какую-то. За то, что я... Ну-ка, игра... Эта игра сама по себе прикольная. Так. Правда, от тебя воняет, тут все же. А, он мне карточку должен дать. Телефон. Нужен гвоздодер, чтобы обыскать телефон. У меня же есть гвоздодер. Или в смысле, как у меня нету гвоздодера? А где его скрафтить? Где крафт? Ебать, ты чё за какого-то лоха играешь? Педального Так. очкарика. Крафт. Вот, гвоздодер. Металлургические хрени. Делаем гвоздодер. Все, гвоздодер готов. Поехали, обыскиваем телефон. Все. Так. Понятно. Так, ладно, мне нужна карточка. Потому... Нет, аккумулятор я вытащу. Аккумулятор я вытащу с этой хрени. А, уже нельзя, раз я... Так, в принципе, неплохо так обыскали. Поехали. Ой-ой-ой-ой. Так. Я, кстати, теперь не буду делать типа фильм. Я понял на свои ошибки по Happy Few. То, что лучше не делать так заперто. Отпереть. Так, ну что-то машин не имеет смысла. О, это тот самый дом, помните? А, нет, это не тот, это другой дом. Да, тут две. О, господи, как тут воняет. Гнилой картофель, гнилой лук. Да что тут все гнилое у вас? О, невидимки. Так. Пепел. О, перо. Блин, так, неплохо, неплохо. О, у меня теперь оружие есть, ветка. Неплохо. Может, теперь... Так, дневник, как чей-то. Дневник можно, кстати, почитать, но я не хочу его читать, не лень. О, какие-то тут это записочки. Разумеется, мы это все почитаем чуть позже. Чуть позже, это я не знаю, когда. Подожди, а зачем по... Так. О, прикольно. Так, а что-то здесь труп какой-то с камнем. Обыщем труп. Пустой. Так, а что тут какая-то музыка напряженная началась? Опять драка? Ну, драки здесь сделаны прикольно, мне нравится. Да я не простенький. Чё? О, пепела, нет, этого нельзя. Так, ну нет, разумеется, буду по хатам лазить, если по ним можно лазить, потому что мне нужны вещи. Так, это у нас... Какого черта? Если у меня подозрение, что местные меня не обрадуются. Остаться в живых. Так, здравствуй, Hello? есть тут кто-нибудь? Anyone out there? Господи, всемогущий. А, Господь всемогущий. Are you a tourist? Турист? You dress like one? А одежда-то Shit. как у туриста, черт. Черт. Кто тут у нас? Экскурсия по... Сюда, давай сюда, давно не били.
заходи, заходи. Ты здесь новенький, да? С парадного района? Да. А как вы узнали? Я расскажу тебе, как переждать следующие 5. Because that suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of the homes in the village. And now we're all cold and tired and starving to death. Так, они умирают от голода, от чего-то еще. У нас у главного героя бабки забрали. Да. For Christmas. Or they rip you to shreds. Shit. There'll be so many. Yeah, it's like the latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy, and it like flips a switch. And they can't take joy anymore, so they get chased out of the village. Been a lot of bad batches lately. Нужно радостинные темы, серьезные, как наркотики. Я не буду терпеть. Then they really won't give a damn what you do, so long as you don't take things that don't. Где дед? Почему он ушел оттуда? Я ему медали должен вернуть его. Now you can survive the next 5 minutes. Походу они скоро этот город покинут. Cheerio. Так, одежда, ключ. Новое найдено задание. Так, ну может новое задание. Так, костер, древесный уголь, мусорка. Да блять, меня эти гнилые. Меня это все гнилое бесит, надо им отдать. Давайте я вам. I can't believe I have to rip on my suit. Так, подожди, что это такое? Ложь? Подобрать. А, подожди, что это такое? Я сорвал сегодня ради тебя. Это ты зря. Перси, ты не умеешь врать. Сегодня я соврал очень ловко. И кому ты соврал? Мисс Бойл. Здесь была мисс Бойл? Лицо у нее было все красное, а голос как у мамы. Когда она сердится, я подумал, ты спросишь, почему она сердится. Блядь, сердилась. И почему она сердилась? Я решил, что она сердилась. Но я решил, что она сердилась, потому что видел, блядь, видала тебя, да. О, проклятие, что именно ты сказал? Я сказал ей, что это был я на дереве. Ох, Перси, плохо дело. Нет, Артур, это было гениально. Почему это? Она не станет меня ругать, потому что я отсталый. Тебе не обязательно было это делать. Она сказала, что я буду. Я обещал, что не буду. Спасибо. Я люблю тебя, Артур. Я тоже тебя люблю. Так, это какие-то воспоминания о главгерое. Он тут жил, кажется. О, а вот и ты, капитан. Здорово. Вот твои медали. Я принес ваши медали. Спасибо, ты не представляешь, что они для меня значат. Что тебе знать? Знать, что это кто-то. Сражался, зная, что я сражался. Ты, наверное, слишком молод, чтобы помнить. Мы крепко держались тогда. А в 42-м мы отбросили их назад в море, а потом они вернулись в 43-м. Раз все было иначе. Не хочу показаться назойливым, но как насчет карты? Мост? Точно, конечно, извиняюсь, прости старика. Но ударился воспоминанием. Удачи тебе. Опять 40. Так, теперь у меня есть аккумулятор, думаю, готов. Так, ну аккумулятор я уже вставил. Так, гвозда... Это стал кру... Блять. Камень. Возьми камень. О, верстак использовать. Так. Аптечка. О, виски. Блин, у меня слишком много ненужных вещей. A safe. I suppose if there's something valuable in this house, it ought to be in here. Так, ну я у деда, в принципе, то, что борец подобрать. Так, ладно, в принципе, я готов защищаться, у меня есть палка. Поверьте, мне нужно придется изорвать свой костюм. А, придется костюм изорвать. Серьезно? Now, if I was Percy, I'd just go promenading about, wondering why everyone was staring. I never did quite grasp what's so important about wearing clothes. Так, мне нужен швей. В общем, так, теперь у меня есть порванный костюм.
Не очень приятно, если честно, но теперь у меня порванный костюм. Теперь мой костюм выглядит неплохо. Так. Ой, а я все равно на себя деревню заагрил. А давайте я против целой деревни, давайте. На, твари. Это будет очень интересный эксперимент. Ай-яй-яй, ай, а вас многовато, чё-то вам так не кажется? Давай. Так, хилимся. Давай. А тут все какие-то лохи. На, так, второй минус. Ничего себе, я против целой деревни сражаюсь, нормально так. Ничего себе, я меня целую убил. Так, ладно, давайте аптечку и за нем. Я думаю, я куплюсь с этой битвы. Но у меня почти палка закончилась. В смысле, а чё вы все пустые? А почему вы пустые? Sorry. Чего? Я избил целую деревню? Целую деревню, ну, убил. А они все пустые? Вы серьезно? У вас нет ничего, никаких вещей? Не, ну ты прикинь. Я целую деревню, значит, избил одной палкой. Так я еще и аптечку потратил драгоценную. Но это было круто. Это зато было круто. Мне понравилось. Да, какая же палка имбовая против обычных людей. Получается, осталось всего два человека. Это вот этот дед в этой деревне, потому что остальных я избил. А у него что, легкий режим стоит? А у меня сложность легкая стоит? Я что-то ставил среднюю. Легкая какая-то игра. Так, большая щепка. О, это жуткое место. Тут у нас... Запись. Так, ну что ж. Не-не-не, мы, короче, до моста дойдем. До моста дойдем, и на этом серию мы закончим. Думаю, потому что мы уже... Мы уже, короче, очень многого дошли в этой игре. Но не многого, игра достаточно длинная, наверное. Но теперь мы можем наконец-таки выйти отсюда. Мне нравится игра, да. Ну, на игру это так. Бог ты мой, это еще что за хрень? Отправная точка. Один мост позади, значит. Короче, теперь мне осталось теперь покинуть эту. Так. Ой-ой-ой. Что это такое? Что это за хрень? Здесь мы их повесили, кажется. I broke into the police station. Они tried to burn the register, so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired, so we hanged them to encourage the others. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. Так, здесь что-то про каких-то немцев говорит, что за хрень? Ой, блин, что ты делаешь? Немцев, сука, ну, про немцев. А ты так, говорю. Так, они... Так, ладно, на этом мы закончим. Интересный момент, конечно. Заканчивайте, фашисты. Немецкая игра? Нет.
В общем, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Морковь и Яйцо. Это была игра в Happy Few. Или View. В Happy View. Я не знаю, как ее правильно произносить. Всем удачи, всем пока.